К жизни молодых специалистов всегда пристальное внимание как со стороны государства, так и работодателей. Они – будущее страны, в них надежды и нереализованные мечты прошлых поколений. Для развития Беларуси важен и профессиональный рост начинающих работников. Форум «Разом» дает уникальную возможность обмена опытом и налаживания новых контактов. В программе ознакомительная экскурсия по предприятиям «Фандок» и «Бобруйско-Громаш», а также заседание Совета работающей молодежи. Тот объем работы, который выполняется здесь, он действительно внушает, поэтому, мне кажется, впечатление только позитивное, да, мы видим, что действительно ребята, которые трудятся на данных предприятиях, они уже вносят действительно свой вклад в развитие не только своего предприятия, да, но и города, и страны в целом. У нас будут какие-то обучающие семинары здесь, мы сейчас будем разбирать методы работы. Людей очень много, кто с производства, и вот обменяемся опытом. Будем смотреть и дальше работать, практиковать. Плюс еще, что этого форума тот, что проводится в год народного единства. За круглым столом специалисты знакомятся с работой БРСМ на Бобруйско-Громаше. Полсотни парней и девушек со всей Могилевской области обсуждают актуальные темы. Важным моментом становится избрание председателя Совета работающей молодежи при Могилевском областном комитете. Цель поездки – познакомиться с предприятиями города Бобруйска, пообщаться между собой, это все-таки идеологическая площадка работающей молодежи, поделиться опытом, у кого какие есть, можно сказать, преимущества на предприятиях, взять на вооружение что-то у нас, ну, провести очень приятное время. Обмен опытом – отличная возможность для гостей найти новые витки в своей деятельности, а также поделиться особенностями работы на могилевских предприятиях. Ценные знакомства и связи, которые завязались на форуме, станут важной ступенью для развития будущего области и страны. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.